Праздник Победы не обошелся без выставки военной техники в столице Крыма. На ней были представлены знаменитая БМ-21 «Град», гаубицы БТР и другая тяжелая техника 40-х годов. Дети с большим интересом изучали экспонаты, а родители с удовольствием фотографировались. Подробнее. Подобное мероприятие уже стало традиционным. Жители и гости города вновь получили возможность прикоснуться к истории. Я вообще в восторге. Я в восторге, очень спокойно, очень, не знаю, радостно за нашу Россию, за то, что у нее есть такое. Я понимаю, что это не все, но все равно за это радостно. Сейчас детям надо рассказать, что было на самом деле. Не будем знать историю, не будет нас. Вот поэтому вот так. Вот еще дочечка у меня тоже здесь.